С подрядчиками, которые ремонтировали дороги Ивановской области, у Станислава Воскресенского состоялся отдельный разговор уже после заседания правительства. Большой объем работ, новая технология строительства, критика и неусыпное око жителей – все это легло на плечи дорожников. Губернатор поблагодарил их за эффективную работу. Теперь в нормативное состояние приведено 45% региональной сети. Все замечания подрядчики устраняли своевременно.